Постой, постой. Это что такое? Арестованный доставил согласно вашему приказанию, товарищ Сташков. Куда, куда? А я тебе куда говорил? В прокуратуру говорил. А ты куда в райком привел? Давай в прокуратуру, понял? Будьте добры. Пройдите. Пожалуйста. Товарищ Сташков, да не идет она. Намучился я с ней, ей-богу. Веди меня, говорит, к самому главному. Что за шум? Ерунда. Арестовал тут одну женщину за кулацкую агитацию против моих действий как члена партии. А он, понимаешь, в райком привел. Ты с ней по-хорошему, и будьте добры, и пожалуйста. Она опять шагов пройдет, и опять свое. Веди в райком, и все тут. В райком? Ну-ка, иди-ка сюда. Чего с ней разговаривать? Давай в прокуратуру. Иди, 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 ничего, пусть. Алло, ты, голова, голова. Конь с утра не кормленный. Да? За что скотина погибает? Райком. Что мне на нее, наган вытягать? Откуда? Из какой местности? С Боярково. У них опять нынче кулаки и весь хлеб сожгли. Может, она и поджигала кулацкое трепло. Ты против кого ж воюешь, бабочка? Против нас, что ли? Напрасно воюешь. И молчишь напрасно. Имущественное положение какое? Ну кто ты? Беднячка, середнячка, кто? Беднячка. Беднячка? Да-да, и черт знает, что такое. Тебя как звать-то? А? Соколова, Александра. Там их все знают. Обожди. Ты в колхоз-то вступила? Вступила? Такие раньше всех влезут. А потом? Обожди, Сташков. А почему ж ты, удалив эту женщину с собрания, не провел раскулачивание силами бедноты? Так ведь... Нельзя так, товарищи. Так беднота после этого ушла? Ушла. Так. Ну, давай, женщина, рассказывай, как дело было. Кулацкое трепло, а не женщина. Ну, давай, давай, нечего тут, давай. Дискредитировала меня перед массами. А теперь как воды в рот набрала. Замолчи, Сташков. А может, ей верно, с кулаками-то лучше. Потрачивал на них лет с 10. А то с 5. Привыкла? Хозяин на нее кричал. Ты, Сташков, на нее кричишь. Чем эта жизнь лучше прежней? Откуда известно? Да что с ней разговаривать? Это же стопроцентная контра. Ну, скажи же что-нибудь. Ну, ответь. Фу! Ты что делаешь? Сядь сюда. Что ты делаешь? Где ты находишься? Да, он слезы допустил. Он все дело испортил. Ну? Ведь он кого раскулачивал-то? Там середняков половина. Ты чего дело запутываешь-то? Середняк-то, ведь он колхозу столб. Ведь без него же все теперь завалится. Раскулачить-то надо, чтобы беднота не заплакала. Объяснить все надо, чтобы бедноты не то что слезы, а радость была, что она кулака-то со своего горба сыма. Это ж не работа твоя, это вред. Эва какая? А ты не удивляйся. Эва, я когда ты говорил, не удивлялась. Эва! Не рассуждать! Слушай, готовая! Мы лучше тебя знаем, кто кулак, кто нет. Лучше моего не знаешь. Я их всех вон этим местом знаю. Рассказывай. Я в своей деревне каждого вижу. Он еще только по дороге идет. А я уж знаю, о чем он думает. Ладно, ой, садись. Ой, а чего ж ты? О. А чего ж он? Хватит, я сказал. Ты мне вот что лучше скажи. Ты грамотная? Грамотная. Заползни. Два слова напишу. А кто ж тебе сегодняшнюю газету читал? Не, не читал. А чего? Война! Нет, покамец, нет. А вот то, что ты сейчас здесь говорила, в сегодняшней газете «Правда» напечатано. Ты где родилась-то?
Да, точно я. 5 годов по нянькам. А трудно, а тяжело. Сколько я рук перецеловал. Сижу, реву над хозяйским детем. А уж какая власть не знала, да не интересовалась. Маманя, башмаки давай. Ухажер на улицу зовут. А маманя, Санечка, овечкам купить. Ну, ладно, шо год. Да, а на черт бывал приду, уморюсь. Башмаки-то драные, все кругом чижа пляшут, а я, девки, сплю. Да я, видишь ли, уж очень богомольная была. Ко всеношной во всякую погоду ходила. То что ночью встану, кто знает, сколько молюсь. А о чем молилась? А, чтобы Бог дал жениха хорошего. Ну и что, помог? Помог. Муж у меня правильный, незаменимый. Только ревнивый дюжа. Ой, да что это у меня как-то язык развязали? Да я и матушке родимой столько не скажу. Да ну вас. Бабы моей тут не видали? А? Нет ли тут ее? Кого? Бабы. Ну, жены Соколовой. Соколовой? Да. Здесь ее дело разбирают. Ха, куда залетела? Туда нельзя, нельзя, нельзя. А это почему? Она моя жена. Ну и что? То есть как что? А кто за нее отвечает, я или вы? Не шуми, не шуми. Подожди, ты. Да нет, надолго ли ждать-то, а? Подожди, подожди. Фу ты. Ну, а общественной работой интересуешься? А как же? Церкви-то нынче аллилуйя, завтра аллилуйя. Хотите? А? Не-не-не, не хочу, спасибо. Не хочу. А на собрание-то нынче новое, а завтра шо новей? Аллилуйя, аллилуйя! Скажи, пожалуйста, наган вынимал? Говори прямо. Ты перед партией говоришь. Было. Ну вот, теперь понятно, за что ты и против чего ты. Николай, ты меня дискредитируешь как члена партии перед беспартийной? Нет, ничего. Такую женщину можно пустить на любое бюро райкома, на котором, кстати, будет скоро разбираться ваше дело, товарищ Сташко. Какое мое дело? Алло, алло. Ах, вон ты куда. Хорошо. День и ночь работаешь, как вол. А тут... Ну, иди домой, Соколова. И никто тебя не тронет. Дело твое ясное. До свидания. До свидания. И вперед так поступай. Ну, большое спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Уж вы простите мою бабу. Теперь я уж буду за ней глядеть. Язык мелит, а ветер носит. Да ты и вреда никакого нет. Это уж больше не будет этого. За это я вам ручаюсь. Ну вот и хорошо. Раз ты ручаешься, значит все в порядке. Я много благодарен. Пойдем. А этот вопрос решенный. Нашего фонбарона Телегина с председателей колхоза снимают. Давно пора, пьет до хрипоты. Да не, выпивает обыкновенно, выпивать наукой не запрещено. Дело не в этом. Кого поставят? А? Эх, тебе бы взять бразды правления, а? Нет, характер не тот. Вот на сплаве я работал в 25-м. Вот это да, вот это боже. Деньги. Деньги. Работ в охотку. Эх, края. Хороши, вспомнишь, заплачешь. А тут что, скука. Туман да береза, снега, зима 9 месяцев. Да вам, Соколов, что? Нигде не пропадете. Талант в себе имеете. Силу? Да-да. Но говорят, много заработал на сплаве, а? А домой-то пришел, гол как сокол. Ну-ну-ну, ты еще встрянь мне в разговор. Встрянь. Дура. Женщина отличается от человека органически.
Куда, куда? Опять на собрание председателя сменять? Ты что, забыл, откуда тебя спас? Я же тебе перед секретарем поручился. Значит, дома сиди, знай свое место. Да, да ведь женское собрание. Ефимушка, меня люди ждут. Кто? Кто тебя ждет? А! Не надо при них, не надо. Учи, учи. Чего в газету пишете? А тут вот по моей экономической части. Завод «Красный Путиловец» выпустил очередную партию тракторов. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ секретарь. Здравствуйте, Ефим. Ефимыч. Здравствуйте. Здравствуйте. А где у тебя жена? Жена? Да. Дома. А где она? Спит. А что? Да нет, ничего, ничего. Ефим Ефимович, я, собственно, к тебе посоветоваться насчет одного человечка. Что ты скажешь, если мы в председателе колхоза выдвинем твою жену Александру? Что? Так, 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 товарищ секретарь. Значит, плохо наше дело. Это почему плохо-то? Ведь вот мы пошли в колхоз, а другие, видно, не больно идут. За баб хватаете. Да, почти угадал. Только не хватаемся, а выдвигаем на руководящую работу. А мы ее выдвинули. Обсудили. Я так тоже обсудил. Так женское собрание обсудило. И народ поддерживает. Вот, говорит, характера твердого. Хозяйство знает, как никто, и не пьет. Чего же лучше-то? Дорогу женщине. Да. Что ж, совершенно справедливо. Вот только страшновато. Нет в ней смелости. Нет нажатия. А тут надо человека твердого, жестокого. Она баба. А баба? Баба и есть. Вспомни, как она раньше жила. Битая, считанный кусок во рту. Одна надежда на Господа Бога, да вот на мужа. Авось и то авось попадется такой, как ты. Смирный. Не забьет до смерти. Нет, это ей повезло, Александре, что вы мирно живете. А то ведь другие семьи муж любит жену как душу, а трясет как грушу. Верно, а? Конечно, бывает. Ну вот, а теперь перед ней вся жизнь. На, выбирай. Нет. Что нет? Не пойдет она на это. Понимаете, не пойдет. Не пойдет? Нет. Ну, а ты, Александр, как думаешь? Да пропадите вы пропадом с вашей новой жизнью. Новая жизнь бабы не касается. Мало меня мой мужик бьет. Так вы ладите, чтоб меня всем миром били. Ну вот. А ты говоришь, характеру нет. Ну, дело-то ясное? Ясное. Главное ведь, чтобы она хотела. А она хочет. Я. Ну ладно. Не будет этого. Не допущу. Принимай дело. Чего это? Протокол управления в списке.
Вот это печать. Прими колхозную наличность также. Восемнадцать? 41 копейка. Между прочим, сдаю под расписку. Эй! Это твои? Нет, это не мои. Ну, не твои, тогда положь обратно. Они деньги стоят. На основе правильной ротации, применения сидерации и высокой химизации хозяйства добиться повышения коэффициента урожайности. Вот, подпишись. Первый раз в русской истории баба подписывается под государственной бумагой. Кроме, конечно, Екатерины II. Но та была царица. Не сколько царица, а сколько, как бы это сказать. Товарищи граждане, теперь по главному делу поговорим. Сеяться надоть. Уж Марья жги снега прошла. Пора. Так, Федот Петрович? Пора, пора. План севоборот ты получила? Ага, я дела приняла. Ну вот и действуй, Александр. Намечай, в чем главная задача, а мы поможем. Главная задача? Ну да. Главная задача у нас теперь навоз. А кто же работать будет? Надо же людям дать аванс. Нет, я сама не пью и аванс на пол-литра не даю. А бригада у нас имеется. И здесь все налицо. Поднимите-ка руки, кто записывался? Имей вопрос. Я лично работать желаю, но не могу. Почему? Почему? Почему, почему? Женю. Чего смеяться? Ну, чего смеяться? Смешно. Советская власть дозволяет каждому иметь любое пожелание. Дозволяет. Вот и мы с Дуськой. Как поженимся, так уходим в город учиться. На доктора? У какого доктора? На агронома. И она с тобой? Цыц ты! А что ж он меня бросит? Да что ж я ее брошу, да? Уезжают. Все уедут. С голоду подохнут. Да цыц ты, господи! Ваш дело теперь сторона. Ну как, Федот Петрович, а? Я не задерживал бы. А отпустить объективно развал колхоза. Ну? Твое решение, Александр Григорьев. Ну как и вы, правление? Тут за руководством дело. Можно и так, можно и сяк. Тебя выбирали, ты решай. Какие сказано? А что меня тетка родила? Молчи ты. Вот, Петяша, прости ты меня заради Бога, но я тебя в город не пущу. А никакого не имеешь полного права. Учение свет, а не учение тьма. Правильно, да. Не пущу. Тебе пустим, другие уйдут. А нам теперь каждая рука жизнь. Я так прикидываю. Выживем. Я каждому обеспечу на душу пудов 10 хлеба. Вот это хозяйственно. Вопросы будут, аль ответы. Ну ладно, довольно. Открываю премию. Да вы вместе. Нам, Соколовским, рот нажимать. Желаю слова. Товарищи, желаю слова. Ну чего ты тут? Чего? Не озоруй.
Дело говори. Екатерина вторая. Со своим министром. Дело говори, ну. Пожалуйста. Теперь дальше. Заливайте на вас. Ну что ж думаете, колхоз нужен? Мужики ей новые нужны. Теперь дальше. Ну ты скоро домой придешь, или нет? У тебя есть дом, а нет. Дети есть. Дай сюда ребенка. Дай. Где Колька? Дай сюда мне. Колька! Пойдем. Забыл нас, мальчика. Обалдел будет совсем. Сирота мы с тобою. Баня, баня, кричи. Ви авторитет. Позорь жену перед деревней. А ты спросил, как мне тяжело. Мы, может, эту колхозу 100 лет ждали. Саня, кидай ты эту работу. Что, я семью, что ли, не оправдаю? Вертайся домой, да? Живи со мной, женой. А, Саня? Возле печки не усижу. А я-то что же, на второе место? Я хозяин, ты. Но не гляди на меня так. Царица. Ой. Вот что. Или с женой со мной живи, или по ночам крути свои собрания, разведусь я к черту. Что ты, Ефим? Ну что ты говоришь-то? Александра! Председатель! Ой! Санечка! Ну, чего тебе? Пошла я на собрание. Думаю, дело-то недолгое. Поставлю хлеб, прибегу, да и выйду. Пошли прения, хлеб-то сгорел. Прихожу домой, а мой-то уже сидит дома черный, как сажа. Я за хлеб, а он за меня. Я за хлеб, а он за меня. Да горелый краюхой-то по самой вот этой косточке. Ой! А ты бы его. Да я-то его за что? А где ж тебе быть-то, как не на собрании? Чай, свое дело решаем, не чужое. Правильно. Колхозу жить надо. Вот и расскажи ему. Я, да? Ты. Ой, Саня, он у меня тупой на это. Говори. Ой, не поверить. А не поверить? Значит, чужой. Разводись. О! Ты чего это, Александра? А как же хлеб-то, Саня? Какой? Который сгорел. А за хлеб тебе еще не так надо, хозяйка. После собрания становится.
Вот присоветовала, так присоветовала. Хорошо, что у нас женщина председатель, тут с вами правды не найти. Ничего, уж я его, голубчика, не сожгу. Уж я его, голубчика, допеку. Значит, развод. Выходит так. Я нигде не пропаду. Без вас жил, без вас и проживу. А тебя тут высосут, да и выплюнут. Председательша. Мать, тут, что ли, мои рубашки-то? Раз, два. А вы еще меня позовете? Позовете. Три, четыре. Только вопрос, пойду ли я? Нас, Соколовских, узел не скрутишь. А ты тут кисни со своим колхозом. Посмотрим, как ты тут без меня проживешь. Ты дура, в ноги кидайся, бросит. Ну! Ефимушка, ох! На мой век баб хватит. Да что ж делать-то будем? Изба, двор, пускай едет. Коня сами кормите, чужие не накормят. За детьми гляди. Стой! Стой! Ох! 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 Сирота я горькая и безмужная. Ой, да как же я людей буду поднимать? На дорогу, на колхозную. Ой, согрейте на меня, зорьбу. Ой, ой, да размагните едем на прием. Родимые мои, хлеб в поле перестоялся. Подмогните, пожалуйста. Почему это мы первый? Пущай другие выходят. Так они уж в поле давно. Вот вас только ожидают. Работай, не работай, мы свое получим. На то и колхоз. Не, мы больные. Я вас живо вылечу, лодыри проклятые. Ну, вылезайте.
Но ты председатель того, не самоуправствуй. Я тебе не старый режим. Ах вы, нашими руками работать ходите. Долой вас из колхоза надо, гулёны такие. Соколову, товарищ Соколову, может, я к Николе Угоднику еду? Он от зубов целитель. Ну, нехай тебя твой Никола Угодник и кормит. Ну-ну-ну-ну! Не были под Соколовскими и не будем. Ну и над Соколовским вам тоже не полежать. А ну, слезай! Не разговаривай! Сдохну тут, а не дам колхоз загубить. Ой. Ой. Саня, чего это ты, а? Я-то? Да я ничего. А вот вы-то чего? Сидите, как побитые. Работать надо идти. Мы ждем, народ подойдет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, работать никто не идет. С голоду подохнем. А я думаю, сколько нас не будь, хоть один человек, все одно идти работать. Давайте. Давай! Я догоню вас. Поехали. Федот Петрович. Федот Петрович. Что ж делать-то, а? Народ-то не идет. Хлеб сыпется. На положение, надо бы хуже, да некуда. Райком, что ли, пойти посоветоваться, а? Нет, пожалуй, не стоит. Осрамишься, тебя поставили как женщину, а ты будешь плакаться, как баба. У партии разговор короток. Не справляешься, слезай. Ну что? Да будет тебе за упокой петь, Федот Петрович. Делать чего, говори. Надо собрать всех, как есть. Объявить собрание и сделать политический доклад. Увлечь колхоз в перспективу. А? Дать прогноз, куда коллективизация ведет, согласно учению Маркса и Фридриха Энгельса. Международное положение зацепить. Ну, а материалы я подберу, я пронесу их закладками, выписками. А кто ж будет докладать-то? Кто ты? Я? Ну да. Постой, постой. Ты думаешь, не справишься? Справишься, вот как справишься. Кто в данный момент имеет право колхозом руководить? Ты? Ты председатель? Ты вроде вождя? То есть орудие истории? Да не бойся, Саня, с такими материалами доклада не прочесть. Ты должна проявлять низовую инициативу. Это да. Стой! А в райком идти ни в коем случае. Это я тебе, как твой друг, не советую. Ох, батюшки, батюшки. Не спишь, Саня? Да тихо ты. Ой, мне тоже не спится что-то.
дожили до жизни. А хлебушка в поле гнется, погибает. Ну, куда ж нам одним такую махину земли убрать? Ну, чего ж предлагаешь? Да ничего, Саня, у меня доход будет. Я работаю. А муженек твой полежит, отдохнет, потом опять полежит. А получать, небось, поровну будете. А у меня, Саня, рука не поднимется отдельно получить да домой принести. Совесть убивает, ведь муж он мне, Саня. Ой, ой, страшное дело. В колхозе жить можно, работать можно. Только честно надо работать. Да, это правильно. Чего, докладать будешь? Буду. Ой, страшное дело. Ну, так я пойду тогда, что ли? Сначала с любовью низкий поклон, а потом уж про дело, но не грубо. Дорогие товарищи, может, в вашем деле тоже такое случалось? Так присоветуйте, как вы с лодырями поступаете, которые в вашем деле насмешку строят и надеются прожить на легкой ноге. Мне дана власть, я общее собрание членов колхоза объявляю открытым. На повестке дня у нас один вопрос. Это доклад председателя колхоза о положении дел и сколько потянет нашего дохода на душу, как обещал товарищ председатель. Товарищ Соколова, в своем докладе объяснить нам, до чего мы дошли в нашем колхозе в настоящий момент и до чего мы еще дойдем, пока она нами будет управлять. Сколько дадим регламенту, товарищи? Час-полтора? Да, я регламент постелегу. Надо вкладами заниматься, практика вступила. Правильно. Товарищ Соколова, пожалуйте, докладайте. Товарищи, честные колхозники, а также дорогие женщины, так жить. Вертайте кулаком. Вертайте лучше кулаком! Лодыри и жулики, пожалуйте на мое место. Все. Правильно, нельзя так! Жить можно и работать можно, только честно надо работать, и никто наш путь не переступит. Отойди ж от тех несчастных граммов, от тех несчастных копеек. Прасковья, я вам слова не давал. Возьми слово, а тогда уж разоряйся. Разоряйся? Я в колхозе спины не разгибаю, а? А мой муженек, он какой гусар, а? Из-под ручки поглядеть. Чисто шагаешь, чулок не замараешь. Пятерых детей мне настрогал. Пашенька. А теперь на печке отлеживайся. Так что ж, в колхозе доход поровну делить? И ему, и мне, да? Да не будет этого! Не будет! Не будет этого! Молчать! Порядок надо знать, вертихвостки. Пожалуйста. Делить поровну, вот это и есть коммунизм. Так за что боролись? Всем поровну, безо всяких различий. Вольный труд по своей охоте. К этому большевики зовут. Делить неровно, есть могучее средство отпихнуть народ от колхозу. Отпихнуть народ. Лодыри, а не народ. Вот чудак. А может, они больные? Ух, и девок столько много, сейчас пойдем мы танцевать. Ты на какой земле живешь? А ну, проваливай, 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 проваливай.
как мне дана власть председателя, я общее собрание объявляю закрытым. Не будет этого! Не будет! Бабы, прошу покинуть. Я хозяин собрания, прошу меня слухать. Вот еще я хозяин. Как работать, как не мог. Проваливать! Я в такой атмосфере работать отказываюсь. Отказываюсь работать, да, отказываюсь. Подождите, Шапку тот. Какой уровень терпения должен быть перед бабами? А? Товарищи, предлагаю резолюцию по политическому докладу Александры Соколовой. Давай, жених! Жениху слово! День проработал. Получи по труду. Больше нормы проработал. Больше получи. Ничего не проработал. Кто за эту резолюцию? Все! Разрешите в порядке ведения собрания. Данная резолюция не имеет силы жизни. Ибо все, что здесь говорилось, незаконно. Почему? Почему незаконно? Я так полагаю. Федот Петрович, раз народ решил, значит, так тому и быть. Законы писать у тебя ума не хватит. Ума не хватит? Ума не хватит? Сердцем дойду! Позвольте! В советском законодательстве такого закона нет! Нет! Нету такого закона. Нету! Так будет! Давай-ка, молодец. Ну, полезаешь. Достукался наш председатель. И правильно, не выдумывай законов. Разве это женское дело? Коды! Пелагея, загонь мою корову-то! В город еду! Не знаю, когда вернусь! Пожалуйста! Ну, Соколова, удивила ты меня! Я многого от тебя ждал, но такого дела, откровенно тебе признаюсь, не ждал. Закон о распределении доходов по труду. Ты сама-то понимаешь, что это такое? Наверное, товарищи в ЦК сейчас твое письмо читают. И похоже на то, не ты одна об этом туда писала. Нет-нет, это сама жизнь. Опыт лучших колхозов выдвинули этот вопрос, как назревший закон. Значит, будет закон? Будет. Ой. И ты родила его? Да не я. Народ решил. А, это одно и то же. И это твой закон. Ой. Как бы тебе сказать, назовем его о трудодне, что ли. Будет не только для одного твоего Пояркова, а вот для всего Союза. Вот, для всего Советского Союза. Понимаешь ты это? Ох ты! Даже в жар бросила. Выходит, зря он меня тогда на собрание-то ругал. Кто тебя ругал? Да, агроном наш, Кривошеев. Ох, не нравится мне твой Кривошеев. Ну, Кривошеев для своего дела очень хорош. Нет, не хорош. Да уж я отвечаю. Кому лучше меня его руки-то видны? Ведь я председатель колхоза. А я секретарь районного комитета партии. Что ты на меня кричишь-то? Вот вы все женщины такие. Ты сейчас Кривошеева жалеешь, а придет время, ох, он тебя не пожалеет. Подумай об этом, Соколова. А думать ты умеешь, умеешь. У тебя, можно сказать, государственный характер. Да, характер-то у меня характер. А вот есть у меня секретарь. Запятая в жизни. Малограмотная я. А Кривошеев 4 правила арифметики знает. Строгой. Я, говорит, не могу при этой коптилке считать, глаза портить.
Ну, значит, достал ему лампу, молнию, керосину напасла. Жги, говорю, только учи. Выучил, черт. Вот до задач мы с ним дошли. У одного купца было 3 цибика чаю, а... Давай, Семенович. Минуточку. Можно? Минуточку, сейчас я. Ну, а в общем, он тут рассерчал на меня и сбежал. Уж очень ему это наш закон поперек горло. Ну и хорошо. Мы тебя тройком и партии учительниц прикрепим. Выберем построже, чтоб тебе понравилось. Но ты сама учись, но и других учи. Мама, не пойду. Ну, прощай, секретарь. До свидания, Соколова. До свидания. Спасибо тебе. Это за что ж? А это на мужиков счастливая. От каждого чему беда научусь. Лет у нас один фельдшер жил. Лен понимал, сою, турнепс. Уж я его ласкала, чуть в зубах не таскала. Учи да учи. Он-то мне про меня, а я ему про сою эту. Да. Топиться из-за меня хотел, а вы и учил. Ну вот видишь ты какая. Я с мужиками, как с малыми детьми. С каждым по-разному. Как вижу, что он не про то. Я сейчас же его обратно и поверну. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. Ой. Гулять-то ведь горе одно. На деревне-то не скроешься, а навек с ним быть, так со всеми не будешь. Ну, в общем, нашумел я тебе тут полные уши. Ну, прощай, секретарь. Дай бог не в последний раз повидаться. Вот, жалко, что ты одна живешь, что у тебя жизнь так сложилась. Ну, мы тебе хорошего мужа подберем, а? Ну, а это уж, секретарь, вроде как дело мое. И никого не касается. Спасибо тебе, Соколова. За что же? А я на баб счастливый. Тоже учит меня. Ну, ладно. Что это ты? Неужто у тебя зуб болит, а? Угу. Ой, плохая примета. Это значит зубы на полку класть. Слышь ты? Господи, господи, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Чур-чур. О, жрет окаянной. О, все не как у людей. Глаза бы мы не глядели. Ну как, туфли хороши, а? Хороши. Сколько отдала? Ой, не говори, 6 трудодней за одни туфли отдала. Ой, правда? Какой? 36-й, не видишь? Думала, малыш, а ничего, а? Ой, тише ты, поаккуратнее. И чё это, правда, на свадьбах? Невеста всегда плачет. И правда, и чё это они плачут? Ну, мне вот нисколечко, нисколечко не хочется. Тю, невеста! Ишь ты! Ну-ка! Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте! Здравствуйте, дедушка! Здравствуйте! Поздравляю вас с молодым князем, с молодой княгинею. А вот подарок молодым от колхоза. Премии за хорошую работу, много трудодней выработали. Правильно. Правильно. Не то, что ты. Пожалуйста, пожалуйста. Ишь, она платочек-то какой, а? Ишь ты! Оля! Ишь ты! А, Александра, пойдем-ка ты. Что же это, Александра? Чирк на бумаге, здравствуйте. Муж и жена. А кто видал, что венчаны? Без черкви, без попа. Какая же это свадьба? Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели никто не бодрался, а? Нет. И не напился? Нет. И рожу себе не разбил, и другого не изувечил? Да чего ты? Ну, тогда действительно бабушка позор. Вроде как и не венчанный. Александра председательша, сказала бы это, какой доклад или чего. А то скажут беспоповские. А? Ишь ты, беспоповские. А чем я хуже попа?
Вот возьму-ка, да и обвенчаю. Венчай, председатель, венчай. Давайте сюда молодых. А ну-ка, девчата, запивайте погодушку. Погодушка, наш князь молодой, на нашем поле, на наших конях. Сапоги у него еловые, а рукавицы моржовые. А кошки косые, а слуги босые. Кланяйся. А ну, кланяйся, кланяйся. А ну, в сторонку, дай дорогу. Вот, садись. Чего насупились? Так вот, так вот. Чтобы она этим Петько вертела, как я эту подушку верчу. Вот. Скорее, скорее. Убежать будешь? Как-нибудь. Не обижу. Век так ласкает ваш брат. Жена, за мужье не хомут, не спихнешь. Любишь его? Да. Ну, гляди, чтобы копеечка была и твоя, и его в одно место. Живите, и чтоб в уме не был закон-то приступать. Где кто женился, тут тому Иерусалим. А ты помни, дом вести не бородой трясти. Да утром завтра пораньше вставайте. А то мужики за дровами в лес поедут, не опоздать бы. Ну, чё ты плачешь-то? Из-за богатого идешь. Не опасный муж, свой. Думала я, думала и решила. Посылаю его в город учиться на агронома. Здрасте. То не пущу, а то посылает. Организация. Ты ж сам просился-то. Эх, в мире ни одной двери. Сегодня нельзя, завтра давай. Надо ехать. Ты комсомол. Так я что? Я момент. Дусь, поедем? Погоди, погоди. О ней завтра переговорим. Утро, вечер мудренее. Так ведь есть же у нас Федот Петрович. Да, есть ведь у нас Федот Петрович. Федот Петрович. Федот да не тот. Выучиться на ученого. Будете у нас свой, образованный, не хуже других. Ну, а против тебя пойдет? Ты его и спать с собой не пускай. Куда и вода потекла, туда и лейся. Худо ли, хорошо ли будет, сами решили. Будьте наши слова, которые недоговорены, который переговоренный, крепкий и липкий. Вот как это вино. Эх, не пью я. И аванс на пол-литра не даю. Ой, для ради праздничка. За все, как есть на свете, за любящих, за нищих и бедных, за всех, кто в люди выходит. Горько! Подсластить бы! Ой, горько! Thank you.
Что ж, уезжаешь от меня? Так ведь надо. Да разве я тебя оставлю? Значит, вместе поедем. Куда вместе? Да пустит ли Александра? Да пустит, пустит. Чего тебе? Ефимушка. Ты чего? Ничего. А что? Ничего. Ой. Посмей мне только про эту женщину плохое слово сказать. Здорово, Григорьевна. Так, значит, учиться посылаешь? Говорят. На профессора? Вроде. Ну, значит, как бы моя смена. Выходит так. Ну что ж, дело хорошее. Нынче ведь из всякого пастуха профессора делают. Ну,
Желаю успеха от всей души. Молодец, действуй, действуй. Петяша. Да. Деньги-то зашиты? Зашиты. Хлеб под голову клади. Да слышь-ка, как в поезд сядешь, никому не сказывай, куда едешь. Оба крадут всего. Ну, Христос с тобой. Ну, Богородица. Ну, ты смотри у меня, жена. Ну, поехали, ну! Закрутят его действия городские. Ну-ну, чего? Бог милости, может, ничего. Стой! А ну, стой! Чего тебе? Дельце у меня к вам. Ну, заходи в правление, обсудим. Да нет, лучше тут, а то... Да ты не тяни, а дергай, на станцию опоздаем, на! Ну, одним словом, кто старый, помянь тому глаз вон. Да ничего не пойму, что говоришь-то. Да ну, разрешил я себе. Чего? Ну, одним словом, позволь. Да ничего не пойму, что говоришь-то. Нет, ты понимаешь, ты все понимаешь. Ну, спасибо тебе, невестка. Вот какое спасибо. А ну, давай. Ну, и не выйдет из тебя человека. Чего говоришь? Чего? Хотела не достиг, а теперь шапку ломаешь. Вот у тебя всякое дело так. На, обшевеливайся. Ишь, оно тут-то. Да. Погоди. Погоди. Это как из меня человека не выйдет? А из кого же это выйдет, а? Что, из него одного выйдет, что ли? Пропустишь ты через баб все сроки жизни. На! Но нет! Никита Соколов еще своего слова не сказал! Чего ты плачешь? Слезами-то дорогу мочишь. Не пустила со мной Дуську. Никогда тебе этого не забуду, Александр Григорьев. Эх ты, зелень! Ну, задумалась! Шевеливайся! Эх, она тут! Дядя, тебе чего нужно? Сынок, а мамка-то где? Мамка в школу ушла, она не принимает. Вот так и передай. Председатель, мол, сказал, ассигновков не давать и денег не платить. Будя! Что это такое? Снаружи колонны да балконы, а мыться-то где? Скажи,
Пущай сам архитектор в этой бане моется, а нам надо лучше. Кто там еще? Ефимушка. Ефимушка. Ты. Ты. Ой. Муж мой. Милый. Батюшка ты мой. Вернулся ты ко мне. Жемчужинка ты моя. А я уж тебя маленько подзабывать стала. А все зову, зову ночами-то. Приезжай, приезжай. Ой, счастье-то какое. Да что это я? Обедал. Ой. Ой, да что же это я? Нет, Таня, спасибо, я не хочу. Нет уж, поешь. Небось, проголодался в дороге-то, а? Воскресенье сегодня? Пятница. Ну как, к нам? Совсем или? Нет, нет. На детей пришел поглядеть и на тебя. Как вы тут живете? Александра! Александра! О, да у тебя гости. Здрасте, товарищ Соколов. Ну чего тебе? Почитали Никитин рекорд. Ты знаешь, сколько этот черт заработал? Да ну тебе. Человек я и не... Ну, так вот и живем. Дела, дела. Ну да ешь ты поскорей-то. Слушай, Александр Григорьевич, это в конце концов. Я к тебе на Прасковью жаловаться пришел. Все кричит. Я Прасковья, я Прасковья. Да всем известно, что она Прасковья. Отчеты на комоде лежат. Куда это годится? В Оскар возьмем Никиту. Верно, рекорд поставил. Да пропадите вы пропадом с вашими рекордами. Человек я и нет. Ну, я в другой раз зайду. Что это за Никита? Господи! Да Никита, брат твой, первый в районе рекорд поставил на тракторе. Такая выработка неслыханная. Люди не верят, говорят, при нас повтори. Вот он завтра как раз свой опыт бригадам передает. Никишка, Сосунов. У-у-у, такой специалист из парня вышел. Говорят, его какая-то баба на путь наставила. Что за баба такая, не знаю. Ну ладно, я пойду. Может, останешься, а? Мужем при тебе. Выходит, только на одно дело я и годен. Нет, Саня, неровно стоим. Сивый ты пес, бродяга! Ну, куда ты на ночь глядя уходишь из своего дома? Нет у меня тут дома. Хлеб я это не сеял, а на готовенько не могу. Характер не тот. Ну? Ну, не время нам с тобой спорить. Оставайся. Хочешь переночевать, а? Ну, какая нас с тобой жизнь ждет? Ну, ладно. Ну, ошибся с молоду. С кем не бывает. Подучиться тебе надо, маленько. Вот и все. Это у кого? Ну, вот. Хотя бы у Никиты. У брата младшего. Вот так специально за этим сюда и приехал. Учиться, учиться. А жить-то когда? Вот ты уходит. Я всю жизнь за хлеб бился. Ну ты-то зачем? Ведь все у тебя есть. Эх ты, увидал хлеб на столе, кричишь, слезай, приехали. Точка жизни, да? Учи, учи. Ах ты, дурак ты у меня все-таки, а?
Ой, до чего себя мужик довел? Тебе все слова говорить надо, да? Да куда я с такой, как ты, рядом стану? Ефим! Чего? Ну-ка, глянь глаза. Глянь, глянь. Другую завел. Ну, говори прямо. Разлюбил, что ли? Эх ты, дура! Да против тебя ни одна баба не звучит. О, дело какое. Ну, тогда оставайся. Жить с нами, своей семьей. Чего надо, то и делать будем, а? Нет, Саня, неровно стоим. Уходишь? Ну, тогда и говорить нам с тобой не об чем. На, вот ребятам что-нибудь купи. Ну иди! Ну чего стоишь-то? Иди, иди! Но помни, вернешься опять? Не пущу. И детям скажу, чтобы не пускали. Вон она, дверь-то! И никуда я, Сань, не пойду. Ну вот, располагайся. Спать ложись. Дома ведь. А ты куда? А тебе все скажи. К людям. А скоро придешь-то? Скоро. Утречком. Ваня. Саня! Я? Ну, чего у вас там с Ефимом-то? Дежурство-то как? Да чего дежурство обыкновенное? Ну, с Ефимом-то сговорились? Сговорились. Чернышевская идет. Ага. Саня! А я ведь тоже от тебя уехать хочу. Куда? Ну чего ты? Учиться хочу. Такое великое дело, такое великое дело, сердце замирает. Ну чего ж ты ревешь-то? Подруга дорогая. Да мы ж тебя командируем. Честь по чести. Средства-то имеем. Ты по какой части пойдешь конкретно, а? Ой, Саня, боюсь я. Я женщина слабая, забитая. Кто там, а? Ну, говори, я тебя как председатель спрашиваю, ну? Хочу я быть. Да. Хочу я быть милосердной сестрой. Чего скажешь, Саня? Санька! Санька! Ну? Шабаш, председатель! Нету никакого рекорда! Да что, чумел, что ли? Сухарики мне готовь, Александра Григорьевна, сухарики! Сажусь к народу лицом на показательный суд! Да ты эти глупости не шути! В чем дело, ну? Дашков приказывает
категорически опыт бригадам не передавать. Нечего, говорит, вам передавать. У вас шум один. Будто мы одни сводки прислали, а у Кривошеева другие получаются. И будто я не тот массив взял и никакого рекорда не поставил. Карьеристы, вы, говорит, вот. Вас, говорит, надо показательным судом, это значит меня и тебя, Александра Григорьевна. Это как его? Очковтирательство, говорит, вот. И трубку раз и повесил. Это я очки втираю. Ага. Это выходит, я обманула советскую власть, да? Да чего в рекорде сомневаться? Сама земля показывает. Ведь это же факт. А что ему факт? Жалел таки, сволочь. В какой момент подогнал? Погода-то ведь уходит. И в такое время в район уехал. Двух лошадей оторвал. Каких лошадей? Да этот все, Федот Петрович, охвостеткой сделал. Чего это там, а? Да под суд отдаю. Кого? Александру. И меня тоже. Да ну? За что? Райзо? Райзо! Да что ты с этой веревкой разговариваешь? Нас, Соколовских, с грязью мешают. В район нужно ехать. Я такое переживаю, не знаю, переживаю или нет. Да чего ты тут хныкаешь-то? Иди-ка отсюда. Идите-ка все. Работать идите. А ну-ка идите, все, все идите. Давайте, давайте. Да-да, ничего не бойся, со мной не пропадешь. Едем в район. Ой, батюшка. Знаешь, я вот хоть и не сильно политически развита, но, по-моему, тут что-то не то. Ведь нельзя же с нами так поступать. Ну, мы защиту найдем, а? Найдем. Ведь мы же в стране живем, а? А вось помогут. Помогут. Ну, едем. Ну, едем. Я занят, час ночи. Скажи мне, будет вред нашему колхозу, если тракторист обработает землю шибче, чем прежде? Нет, не будет. Тогда отдавай. Отменяй свое распоряжение насчет тракториста Соколова. А вон как. Ты приехал ночью защищать свою родню. Я? Я никого, кроме нашего колхоза, не защищаю. Ну, это ты брось. Это государственное дело. Они именины там какие-нибудь или христины. Передавай, так сказать, мысль в сельском хозяйстве. Она ищет своего любовника в герои проводит. Кого? Стыдно тебе, товарищ Сташков. У меня муж есть. Муж? Муж? Распоряжение получила? Ваше дело исполняй. До свидания. Пойдем. Миленько, товарищ Сташков, ну разреши ты бригадам в поле выйти. Ну дай ты людям поучиться у Никиты. Прекрати эти разговорчики в пользу бедных. Ты законченный карьерист и шкурница. По сводкам, которые представил мне Кривошеев, никаких у вас рекордов нет. Федот Петрович, ты какие же сводки-то предоставил, а? Ну вот. Мужику всегда кажется, что ему в карман забирается. Это в тебе остатки мелкособственнической психологии. Твоя это работа. Ох, что ты за человек, не понимаю я тебя. Агроном ведь. Как-никак, научный сотрудник. Сам из народа, как народное дело, так ты ему поперек идешь. То ты против трудодня, то ты против... Ты бабьи эти склоки с мужем веди. Или кто там сейчас у тебя его замещает? Много я от тебя терпела обид. Стерплю и это. Думала, как-нибудь обойдемся, пока наш Петька-то выучится. Но хватит. Придется нам с тобой расстаться, товарищ агроном. Вот тебе бог, а вот тебе и порог. Я удивляюсь тебе, Соколова. А ты, товарищ Сташков, не удивляйся. Я еще с 30-го года тобой удивленная. Молчать! Куда ты лезешь? Тебе колхоз дали? Ну, руководи. А министра из себя не корчь. Освободи помещение. Ты что, русского языка не понимаешь? Курьер! Ты против одного, он против другого. А сошлись вместе? Ну ладно,
разберемся. Вы против народу идете. Вот что. Вы против народу идете. Вы изменники вы. Так, сядешь за эти слова. Ты мне, Сташков, тюрьмой не грози. Не боюсь я. Я вот сейчас в райком партии пойду. Все ваши дела раскрою. Я хоть и карманом-то беспартийная, но душа у меня закалилась. Партийная! Подожди, постой! Григорий! Грошаев! Не уходи, ты мне нужен! Саня, ты зря на них кричала. С ними похитрее нужно, похитрее. А то не наперед забегут и тебя же обфальшивят. Не посмею. В райком пойдем. Ладно, сейчас догоню. Александра Григорьевна! Ну что? Чего тебе? Понравилось мне, как ты сейчас говорила. Стыча несла по-хозяйски. Несправедливо ко мне лично. Да разве я не понимаю, Александра Григорьевна? Это в тебе нервы. И потом, извини меня, как женщина, ты многого в делах не понимаешь. Ну, сымешь ты меня с работы, ну, его сымешь, так он тебя в другом месте застигнет. Замотает по инстанции. Он в земельных делах прошел огни и воды. Постой, давай сейчас с тобой в двух словах договоримся, если пожелаешь. Не желаешь? А там придется тебе формулировать в письменном виде. А ты знаешь, что значит формулировка в письменном виде? Ну, прости, что я так погрешился. А разве я лично тебе не помогал? Не поддерживал тебя в трудные минуты? А ты враги. Ну, разве можно так? Ну, да где ты? Где ты видела врагов? Какие они из тебя? За славой бежишь, сволочь! Ну вот, городская больница. Ну вот, ты дошли. Поздно, товарищи, поздно. Я предлагаю на этом закончить. Тем более, что некоторые товарищи должны сегодня же выехать в район. С тем, чтобы завтра на местах продолжать упорную большевистскую борьбу за нашу первоочередную задачу, приближающую нас к победе коммунизма, за стахановское движение. Товарищи, я очень извиняюсь перед вами. А в чем дело? Я муж Александры Соколовой. Может, вы ее не помните? Ефим Ефимович. Ее враги убили. Не насмерть, товарищи, не насмерть.
Ехали, милый, на беседу, русскую ванты, люли, да люли, люли. Ехали, милый, на беседу, ехали, милый, уговаривай меня. Не ходи, милая, замуж без меня. Вот ты, люли, да люли, люли. Не ходи, милая, замуж без меня. Если буду тебя силой отдавать, научу я, что родителям сказать. Вот ты, люли, да люли, люли. Научу я, что родителям сказать. Прогуляй еще годика по саду, а и садиком домой пойду. Вот ты, люли, да люли, люли. А и садиком домой пойду. Ну, папаша, где у вас тут председатель? Пожалуйте. Вот, пожалуйста. Опять председатель. Просто мешают работу. Экскурсии, экскурсии. Ходят каждый день, ходят. Господи Иисусе! Ой, 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 Господи! Вот-то гости! Ну, что же вы не дали знать-то? Я бы нашу машину выслала. Девчонки, девчонки, ну давайте им сюда молочка парного. Ну как, навсегда приехали? Как? Навсегда. А я в отпуск. Ну да, ты тоже, конечно, в отпуск. Конечно, в отпуск. Дуська, Дуська, какой у нас агроном-то получился, а? Ну как, выучился еще дурачок? Дурачок. Ладно, в общем, сама посмотришь. Ой, Саня! Ой, Ваня! Санечка! Ванечка! Ай, Саня! Ну прям городская, городская! Почем брала материальчик на пальцо? Ой! Не зажила еще? Нет, ничего. Знаешь, Сташков с Кривошеем споткнулись они на мне. Слышала я. Ой, это уж на митинг. Ох, надо будет об вас речь сказать. Ох, и речь я об вас скажу, дорогие мои. Погоди, раньше мы о тебе скажем. Паш, Пашенька. Кузьма? Урод ты мой! Пашенька! Паша, на митинг. Простая, малограмотная женщина была тогда, а родила передовую интеллигенцию всего мира. Саня, положила ты за нас жизнь свою, кровь свою! Дорогую отдавала за нас, вынесла вражью пулю. И за это народ ставит тебя, Александра Григорьевна, выше всех нас. За советской властью ничего не пропадет. И правы наши колхозники, что выдвинули тебя кандидатом в депутаты Верховного Совета. Депутат, член правительства, скажут же такой. Да мне и так дела-то хватает. Да я и дороги-то в Кремль не найду. Стой ты, стой! Путаешь только. Депутат-то они, он какие проспекты заготовили. А я с чем? С рукам? Ой, люди дорогие, ну что же со мной делаете-то, а? Ну ничего, ничего, ничего. Бывает. Да. Ха. Думал, я тебя доханю. Но ничего из этого пока не получается. Я был колхозник, точным правлением, председателем стал. Но теперь-то я ведь начальник всему этому. В район вызывают, советуются. И думал, ну вот-вот я тебя догоню. А ты ишь куда прыганул. И опять 25. Хотя, конечно, не завтра умирать. Я тебя догоню. Возможно.
Да. Ну, а так вообще поздравляю. Ну, чего поздравлять-то зря? Может, еще не выберут меня. Другие, может, получше найдутся. Выберут, выберут. И я свой голос дам. А теперь вот, что я тебе скажу. Ефим Ефимович, гляньте. Опосля. И ты по своему депутатскому званию обязана меня слушать. Бросишь ты меня. Ой, дурачок. Ну, боюсь. Да не бойся ты меня. Я сама тебя боюсь. Ефим Ефимович. Не разрешаю. Ну. Все. Ефим Ефимович. Что же я знаю? Это что такое? Пальца Григорьевна велела. Что такое, Александра Григорьевна? Кто у вас тут, а начальник? Я Александра Григорьевна. Я начальник. Ну, значит, надо исполнять то, что я говорю. Значит, 30 тысяч долгу отдали, построили коровник, баню городскую с кранами. С кранами? Ну да, с кранами. И имеется свой агроном, свой командир, своя милосердная сестра, 10 конных грабель купили, 2 весов купили, школу девятилетку. Ой, выходит, это мы школу девятилетку купили. Ой, что же это я так нескладно написала, а? Да, суховат немного. А ты без тетрадки. Товарищи депутаты, построили мы в нашем колхозе свинарник, склада, электростанцию. Ой, ну не могу я без тетрадки. Волнуюсь, боюсь. А это ничего. А ты знаешь, лучше им про свою жизнь расскажи. Про мою жизнь? Да. А что в моей жизни такого? Слово имеет депутат Соколова Александра Григорьевна. Товарищи депутаты, вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная, живучая. Стою я и думаю, зачем я здесь? Это проводить величайшие в мире законы. Это ж понять надо. Жалко мне только, что прошла моя молодость на чужом поле, на хозяйских горшках, на мужних кулаках. Ну, чего там говорить? Гляжу я сейчас только на свое счастье. Гляжу и верю. Может, и мое словечко в закон-то ляжет. Все мы тут простые, да, обыкновенные. А вот почему-то из других держав за умом-то к нам едут. Вокруг Кремля-то всю дорогу в песок истолкли. Значит, есть у нас на все царства улики и на все капканы ключ. Вот и меня народ научил. И любить, и остерегаться любить, а главное понимать, чего народу надобно. И подняли нас сюда, вот и меня, вот на эту, на трибуну, партия и советская наша власть. Так будем биться за них и, само собой, за эту жизнь до самого нашего смертного часа.